У книг, журналов и газет из библиотеки на улице Екоба сегодня новоселье. Они сменили деревянные полки на металлические стеллажи и переехали в новое здание Латвийской национальной библиотеки. За переездом наблюдала наша коллега Диана Хадулина. Замок Света или Гайсмас Пилс еще не сдан в эксплуатацию. Однако печатные издания потихоньку начинают туда переезжать. Первыми свои места заняли книги на народной полке. Тогда их передавали из рук в руки по живой цепочке. Сегодня же для перевозки использовали машину. Однако перед тем, как книги и другие печатные издания попадут на полки уже нового здания библиотеки, они проходят дезинфекцию, во время которой их очищают от пыли и других мелких частиц. Мы хотим зайти в новое здание без всяких микроорганизмов, чтобы фонды могли бы хорошо себя чувствовать. А хранилище, так как у нас там очень маленькая часть, мы начали перевозить то, что мы можем. Мы начали со второго этажа, перевозим журналы. Вот так аккуратно, журнал за журналом, они складываются вот в такие контейнеры. И уже в таком виде едут в новое здание библиотеки. Но, по словам самих работников библиотеки, в новое здание переедут не только книги, но и их хранители – привидения. Мы все три привидения, по крайней мере те, о которых знаем, возьмем с собой. Одно выключает свет. Второе живет между этажами, периодически шумит. И есть еще одно, ему нравится двигать книги туда-сюда. Машина с контейнерами, в которых находятся книги, подъехала к новому зданию библиотеки. Рабочие начинают их выгружать и на лифте доставлять в хранилище. Исторический момент, и первая книга ставится на полку уже нового хранилища в замке Света. Так выглядит хранилище. Пока полки еще пусты, однако вскоре они наполнятся книгами, газетами и журналами, которые до этого хранились в 5 разных зданиях. Из-за переезда некоторые издания несколько месяцев еще не будут доступны читателям. Однако работники библиотеки успокаивают, что постараются сделать все как можно быстрее. Всего хранилище Латвийской национальной библиотеки находится более 4 миллионов книг, журналов, газет и других сборников. Планируется, что переезд займет не больше 7 месяцев. Диана Хадулина, Артурс Лепинч, Латвийское телевидение.